92% граждан страны используют полисы обязательного медицинского страхования. 56% обращались по ним в больницы менее года назад. 2% респондентов полисов ОМС не имеют. Изменения в системе медицинского страхования. Доктор ответит на все ваши вопросы. 11 февраля в студии директор территориального фонда ОМС Самарской области Владислав Романов. Программа «Звоните доктору». В четверг, 11 февраля, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».